Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире авторская передача «Культурный слой» и я ее ведущая Любовь Почерникова. Начнется наш выпуск с репортажа из деревни Гумнище Шуйского района, где родился поэт-символист Константин Бальмонт. Друзья, мы собрались сегодня здесь, в этот чудесный летний день, в Гумнищах, на родине Константина Бальмонта, накануне его 150-летия. С чем вас всех и поздравляю. Наряды под старину, душистый чай и ароматный яблочный пирог. Именно так сотрудники библиотеки на Крутицкой решили отметить юбилейный день рождения поэта на его малой родине. Я люблю очень природу. И, я думаю, любил ее и поэт. И поэтому одно из моих любимых стихотворений – это «Безглагольность». Есть в русской природе усталая нежность. Безмолвная боль затаенной печали, безвыходность горе, безгласность, безбрежность, холодная высь уходящей дали. Войди на рассвете на склон косогора, над зыбкой рекой дымится прохлада, чернеет громада застывшего бора, и сердцу так больно, и сердце не радо. Недвижим камыш, не трепещет осока, глубокая тишь, безглагольность покоя. Луга убегают далеко-далеко, во всем утомление, глухое, немое. Слушая стихи на свежем воздухе под пение птиц, дамы представили, как проводили летние деньки на рубеже эпох в семействе Бальмонтов. Я спросил у свободного ветра, что мне сделать, чтобы быть молодым? Мне ответил играющий ветер: будь воздушным, как ветер, как дым. Я спросил у могучего моря, в чем великий закон бытия? Мне ответило мудрое море: будь всегда полнозвучным, как я. Я спросил у высокого солнца, как мне вспыхнуть светлее зари. Ничего не ответило солнце, но душа услыхала: гори! Браво! Браво, 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 Наталья Ивановна! Константин Бальмонт признавался, что никогда не написал бы своих стихов, если бы не природа этих мест. Эти аллеи, ручейки, бабочки, птички и так далее. Все, что окружало его и сделало его поэтом. Я родился от солнца, сияние его заплелось в ликование моих золотых и волнистых волос. Я родился от солнца и матово-бледной луны, оттого в новолунье мне снятся узывные сны. Я родился в июне, когда в круговратности дней торопливые ночи короче других и нежней. В травянистом июне, под самое утро, когда в небесах лишь одна, вселюбовная светит звезда. Я от яркого солнца, но вырос, как стебель во мгле, и как сын припадаю к сладимой родимой земле. Я родился от солнца, как солнце я всем закляну, чтобы помнили солнце, чтоб в сердце хранили весну. Стихи Константина Бальмонта напевные и мелодичны. Более сотни его произведений положены на музыку. Из тонкой шелковинки я ниточку прету. По тонкой шелковинке тебя я поведу. Кусочек перла мудра, лампадочка моя, в жемчужные покои войдем мы, ты и я. Внучатая племянница Константина Бальмонта Людмила Морозова работает в областной детско-юношеской библиотеке. И для нее особенно важно, чтобы поэзия именитого предка звучала. Мой прадед Александр Дмитриевич был его родным братом, который на 2 года младше Константина. И Александр Дмитриевич один из тех детей, который был наиболее близок к отцу
И отец подписал купчую на свое имение Гумнище именно Александру. Усадьба, располагавшаяся на краю Гумнища, занимала площадь свыше 2 гектаров. Там были амбары, погреб, каретный сарай, конюшня. Дом Бальмонтов был 2-этажный, деревянный, с 12 комнатами. Имение Александру Бальмонту досталось большими долгами, которые он обязался выплачивать в течение 10 лет. После революции за то, что они нанимали 5 работников работать, усадьбу реквизировали. И в течение 3 лет он ходатайствовал, чтобы ему вернули. Говорил, что он сельский хозяин, земледелец, сельца Гумнище. Но, к сожалению, умер он в нищете в Иванове. К сожалению, от усадьбы Бальмонтов, где провел свои детские годы поэт, ничего не сохранилось. Те времена помнит лишь липовая аллея крестообразной формы. Проведенные здесь исследования доказывают, сохранившийся парк относится к концу 18 столетия, так как несет в себе следы регулярной планировки, не предполагавшей стрижки деревьев. Сохранился с тех времен и большой живописный пруд, на берегу которого Константин Бальмонт писал феины сказки. Бальмонт объездил почти всю планету, но вот разве вот оркестр этих лягушек, которые сейчас так на контрабасах тут, да, на валторнах играют. Разве это хуже, чем, быть может, какой-нибудь венский симфонический оркестр? А музыка ветра, посмотрите, как она играет нами. А музыка запахов этих летних первых цветов. А жаворонок, который здесь над полем, соловьи, кукушки. Ну, чудесно. И мы так счастливы, что мы сегодня здесь. И мне кажется, именно сегодня и начнется, наконец-то, лето на нашей земле. Да здравствует Бальмонт! На юбилей Константина Бальмонта, который планируется отмечать 3 дня, приедут гости как из России, так и из-за рубежа. А вообще интересных мероприятий на лето запланировано много. О фишках предстоящего туристического сезона узнаете в нашей рубрике «Интервью». Сегодня у нас в гостях заместитель директора Департамента культуры и туризма Ивановской области Александр Владимирович Уваров. И поговорим мы о потенциале нашей области в плане привлекательности для туристов. Александр Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как же наша область выглядит на фоне остальных регионов в плане привлекательности для туристов? Ну, хочется отметить, что Ивановская область сохраняет свою привлекательность среди туристов. И необходимо отметить, что кроме культурно-познавательного туризма, который традиционно развивается в Ивановской области, набирает обороты и сказочный туризм, который развивается в ряде муниципалитетов. И, что хотелось бы особенно отметить, так называемые шоп-туры, которые дают огромный поток туристов, но, к сожалению, они не остаются у нас на ночь, и, соответственно, здесь мы теряем финансово. Но если сравнивать с другими регионами, нам необходимо использовать этот ресурс, над чем мы сейчас работаем. И следует также отметить, что мы не сможем конкурировать, к сожалению, с Ярославлем по богатству культуры, по количеству храмов, по историческому наследию. То же касается и Владимира. Ориентироваться пока будем на своих ближайших соседей – это Кострома, которая тоже динамично развивается. Ну и брать опыт передовой с Московской области, с Калужской области, которая тоже динамично развивает все направления туризма. И я думаю, у нас здесь все получится. К концу года мы планируем увеличить число туристов минимум на 200 тысяч человек. А как вам кажется, как можно оставить человека, который приехал за текстилем, за покупками, да, переночевать? На самом деле это проще, чем кажется. В настоящий момент мы прорабатываем возможность размещения инфокиосков и рекламных баннеров непосредственно в тех помещениях, где ведется торговля текстильными изделиями, и информационных роликов, которые бы включались в традиционную рекламу текстильных изделий, которые транслируются в павильонах. И тем самым мы обращаем внимание на турпотенциал. И человек, который единожды приехал за покупками, он волей-неволей замечает, что Ивановская область – это не только текстиль, это не только какие-то покупки приятные, да, связанные с семьей и бытом, но это и богатые культурные наследия, это и музеи, которых у нас
20 насчитывается в регионе. Это с учетом и муниципальных музеев, и государственных музеев. Кроме того, открывается частный музей. Это музей «Мыло нельзя не отметить Шуй», который достаточно активно позиционирует себя на туристском рынке. Я слышала, что в этом году свою прописку сменит такой известный фестиваль, фестиваль чая из Меховиц, переедет в Лежнево. Почему так произошло? Да, все верно. То есть наряду с тем, что мы развиваем туризм, мы еще учитываем опыт проведения мероприятий. С чем это связано? В первую очередь, это логистика. То есть, где Меховицы, это Савинский район, вы знаете, где Лежнево. То есть, для основного города-гиганта по количеству населения, это город Иваново, 410 тысяч человек, Лежневский район, он находится ближе. И поэтому вот в плане эксперимента мы пробуем территориально приблизить мероприятие непосредственно к потребителю. И посмотрим, какой это даст, ну, и экономический эффект, и эффект в плане развития туризма. То же самое прорабатывается, ну, с рядом других мероприятий и фестивалей. Пока это не буду озвучивать, потому что в плане проработки. Но в программе фестиваль не потеряет? Наоборот, программа фестиваля будет расширена. Будет расширено представительство как и производителей чая, так и культурная программа. Мы ждем гостей из соседних регионов, которые выступят своей продукцией, которые представят тот потенциал своих регионов. И в том числе ждем, конечно, туроператоров и туристов, которые приедут из других регионов. А будут ли еще какие-то изменения в программе уже полюбившихся фестивалей? Да, изменений коснутся ряда мероприятий, но не существенно. Организаторы поменяли дату проведения рыбного фестиваля в Юрьевце. Вначале анонсировался июнь, но организаторы передвинули на начало июля. В это мероприятие мы добавляем еще культурную программу для детей, семейную программу, чтобы люди, которые приехали на соревнования, смогли оставить свои семьи на берегу и обеспечить им полноценный досуг. Кроме того, мы планируем возродить идею проведения фестиваля рыбной ловли на спиннинг на Кубок губернатора Ивановской области, который традиционно проходил в начале сентября и когда начинает клевать хищник. Попробуем с организаторами фестиваля в Юрьевце проработать проведение и в сентябре, если у нас получится, сделать возобновленный фестиваль рыбной ловли на спиннинг. В этом году отмечается юбилей маршрута «Золотое кольцо». Как отразится эта дата в праздничных, да, в программе праздничных мероприятий? Что новенького? Департаменты, в целом региональное правительство, начали готовиться еще в прошлом году. Мы составили перечень наиболее значимых, на наш взгляд, мероприятий, которых 7 мы выделили. Отправили заявку в Министерство культуры Российской Федерации, в Ростуризм. Заявка была поддержана, одобрена. И в настоящий момент вот одно мероприятие уже прошло. Это третья ярмарка интересных мест и событий, которая состоялась 7 апреля на базе Ивановской филармонии. И событие второе, которое мы ожидаем, это День города непосредственно. Дальше у нас, если в хронологическом порядке рассказывать, «Зеркало», фестиваль, от которого мы также ждем большого эффекта и в плане туристов, и в плане гостей, и в плане медийного освещения данного мероприятия. Непосредственно лоскутная мозаика тоже привлекает внимание туристов, на наш взгляд, требует развития. Фестиваль в Шуе, который назван организаторами «Фестиваль фестивалей», поскольку программа действительно разнообразная и включает в себя, ну, все грани туризма, которые только можно. Также мы отметили большой военно-патриотический праздник «Открытое небо», который был возрожден, как вы знаете, да, и с каждым годом собирает все больше и больше количество посетителей. И я думаю, если предыдущие годы, ну, был большой достаточно интерес страны жителей нашей области, то в этом году мы ожидаем наплыв все-таки с соседних регионов, поскольку он и приурочен к празднованию «Золотого кольца России». Скажите, пожалуйста, в зависимости вот, да, вот от года к году меняется ли список городов-лидеров, да, куда устремляется большее количество туристов, или у нас картина примерно одинаковая? Нет, картина, конечно же, меняется, потому что есть определенная динамика. Какие-то муниципалитеты, добившись успехов на лоне туризма, как они считают, отходят в сторону, и пальму первенства уступают другим. Но традиционно нельзя не выделить этот плюс, которому на протяжении последних, ну, более 10 лет, я так считаю, что уделяется пристальное внимание и регионального департамента, и правительства Ивановской области. И это дает свои плоды. То есть в настоящий момент мы констатируем, что турпоток увеличился более чем в 3 раза. Количество судозаходов тоже выросло в 3 раза.
На данный момент, по итогам прошлого года, порядка 370 тысяч человек посетили Плёсово. Это достаточно серьезная цифра для провинциального города с населением 2000 человек. Вот, это нужно понимать. И, конечно, город Иваново является центром нашей области. И нельзя не отметить, что он входит в маршрут Золотого кольца России. Но, тем не менее, здесь наблюдается ряд проблем, которые требуют решения. Это и знаки туристской инфраструктуры, и развитие городского пространства в плане развития парковочных мест. Над этими проблемами нужно работать, и городские власти, и правительство. Мы это обсуждаем, то есть наметились у нас определенные пути решения. В частности, следует отметить, что подаем заявку в Ростуризм на установку знаков туристской навигации в городе Иваново, поскольку сейчас мы столкнулись с такой проблемой, что растет поток именно индивидуальных туристов, которые на своей машине путешествуют, даже, может быть, автостопом кто-то, да, и чтобы сориентироваться в городе, не хватает именно знаков, ориентирующей туристской инфраструктуры, чтобы указать, так сказать, путь к объекту. Активно себя проявляет, кроме Плёса и Иваново, это Кинешемский район, город Кинешма, и традиционные центры лако-миниатюры, это Палех и Холуй, где из года в год примерно одинаковое количество туристов остается для посещения. И я думаю, что с открытием и с проведением фестивальных мероприятий у нас все-таки будет развиваться Северо-Восток, Восток области. Это Почиш и Юрьевец, которые хоть и находятся далеко, да, но сейчас вот Почиш активно заявляет о себе, где открыт туристско-информационный центр с начала года. И я думаю, хорошие перспективы развития экологического туризма у Юрьевца. Спасибо вам большое за интересную беседу. Теперь будем знать, куда лучше всего отправиться этим летом. Да, спасибо вам. До свидания. Особое место в коллекции музея имени Бурылина занимает ларец «Шкатулка» из фарфора. Уникальное изделие итальянских мастеров относится к середине XIX века. О нем в нашей рубрике «История одного экспоната». Один из самых ярких предметов коллекции керамики поступил в Музей промышленности и искусства в советское время в 1925 году. Этот ларец, предположительно, из усадьбы Михаила Алексеевича Павлова. Это шуйский купец, фабрикант. Он владел несколькими ткацкими предприятиями, которые выпускали ситцы. Жил он на рубеже 19-20 столетия. Остался сейчас дом, дворец, в котором жил Павлов. Это архитектурное сооружение 19 века, которое сейчас охраняется государством. Сам Павлов за добрые деяния был вознагражден званием почетного гражданина города Шуи. Техника надглазурной росписи, позолота, литье, интересный лепной декор позволяют говорить о том, что этот ларец – настоящее произведение искусства, которое изготовили на фарфоровом заводе Джинори, где в основном производили столовую посуду, вазы и статуэтки. Итальянские художники 19 века нередко обращались к темам античной мифологии. На шкатулке изображены музы, амуры и античные герои. Есть несколько ключевых сцен. Это изображение сидящих девушки и юноши, рядом воина, указывающего рукой на античные доспехи, как бы говоря и символизируя о том, что нужно заниматься служением Отечеству, а не предаваться любовным и житейским утехам. Кроме того, на ларце отражены мотивы, связанные с искусством эпохи Возрождения, химерические существа, фигуры животных и птиц, стилизованные изображения растений, цветов. С 2008 по 2012 год ларец находился на реставрации в Костромском научно-реставрационном центре, специалисты которого проделали большую работу. Сколы и трещины на ларце теперь практически незаметны и не отвлекают от восприятия уникального экспоната середины 19 века. На этот раз в рубрике «Мастерская» мы познакомим вас с так называемым узелковым батиком. Для того, чтобы освоить работу в этой технике, не потребуются дорогостоящие краски для росписи ткани, а вполне подойдет обычная акварель.
Шибори или сибори – это техника ручной росписи ткани, пришла к нам из Японии. Существует красивая легенда, которая рассказывает о том, как появился такой способ украшения ткани. Два ребенка, мальчика, они пошли нарвать себе слив, но самый сочный был наверху, и поэтому мальчик взял свою рубашку, положил в него камень и сбил им верхушку слив. Эти сливы упали, самые сочные, они поели, а потом мальчики завернули сливы себе в рубашку и отнесли своим родителям. Мать развернула, а из-за сока слив оказались красивые пятна. Потом мама придумала разные способы применения этой росписи ткани, и это распространилось по всей Японии. Перед работой материал нужно смочить, чтобы переходы красок были более плавными. Существует несколько приемов росписи ткани. Можно взять в серединочку, вот так аккуратно связать этот лоскуточек влажный, просто перевязать нитью. Есть прием складки. Берется лоскуточек влажный, складывается пополам, каждая половинка еще раз пополам. И затем вот эту полосу мы с вами аккуратно вот так складываем в виде треугольника, можно в виде квадрата. Этот прием напоминает нам искусство оригами, которое тоже пришло к нам из Японии. Так, вот второй прием наш и третий прием. Берем палочку от любимых всеми суши, ставим в серединку, давим и начинаем ее вот так закручивать. Помогаем рукой, и вот такой у нас получается красивый цветочек или спираль этот прием. Также берем ниточку, чтобы вот эти хвостики нам не мешали. Мы просто аккуратно связываем. Вот, пожалуйста, три приема, которые готовы к росписи. Эти приемы хороши тем, что не бывает неудачных узоров. Ну что ж, хочется уже попробовать тоже. Попробуйте. Можно выбрать любой способ, правильно? Любой, пожалуйста, любой прием, который вам понравился. Ну, можете узелок взять, раз узелковый бантик. А вот скажите мне, пожалуйста, пока я буду узелок сейчас завязывать, вообще есть ли какие-то правила нанесения краски? Правила нанесения, ну, краски можно смешивать на палитре, на отдельной плоскости. Можно использовать непосредственно чистые цвета, которые в баночках у нас перед нами. Ну, нежелательно, конечно, вот кисточкой одного цвета, кисточку одного цвета окунать вот в банку с другим цветом, чтобы не было грязи. Желательно кисть мыть. Что дальше? Мы приступим к окрашиванию. Возьмите, пожалуйста, перчаточки, тарелочку. Вы можете выбрать любой цвет, можете все цвета использовать, можете какой-то один. Пожалуйста. Вам нужно окрасить вот это место, где вы связали. Да, сам узелочек. Можете подвинуть поближе краски, чтобы было удобнее. А сколько? Много нужно краски? Ну, вот чтобы на кисти была капелька. Техникой шибори можно овладеть в любом возрасте, но больше всего она нравится детям. На занятиях ребята дают волю фантазии и получают от работы огромное удовольствие. Красивая эта техника. Мне очень понравилось. Это очень легкая. Я думаю, даже маленький ребенок может справиться с такой техникой. Особенно с узелком. С ней можно сделать, ну, там, например, сумочку или еще что-нибудь. Или украсить просто стену, в рамочку поместить ее. Будет красиво. Можно еще вот работы сшить. И там можно платье сшить из этой ткани. Там шторки. Ну, пойти в ход. Можно этим прихваточки маленькие. Что получится в итоге, всегда большой, но приятный сюрприз, как для детей, так и для взрослых. Ну, а теперь снимаем нашу веревочку или разрезаем, как вам удобно. Я ее не завязывала. Давайте разрезаем. Да. Так, ответственный момент. 3-4. Опа, красота. Спасающая мир. Отлично. Не бойтесь экспериментировать, занимайтесь творчеством, ведь вещи, сделанные своими руками, всегда доставляют радость.
Не так давно на глаза мне попался любопытный журнал. Точнее, заинтересовала реклама в нем. Мэтр отечественной моды Вячеслав Зайцев представляет вниманию россиян авторские обои. Купить их в Иванове пока невозможно, зато, например, в Москве это не составит труда. Презентация авторских обоев от Славы Зайцева состоялась весной этого года на выставке «Мосбилд». В дизайне и цветовом исполнении преобладают любимые тона мэтра. Как рассказывает художник, красный, черный и белые цвета очень самостоятельные. Они не любят конкуренции и соперничество. Лейтмотивом коллекции обоев является влияние Востока на культуру России. На этом все. Очередной выпуск программы «Культурный слой» смотрите 1 июля. До новых встреч!